Уважаемые сотрудники национального телевидения, закрепленные в эфире слова, факты, мнения – одно из несомненных достижений человеческого общества, культуры. В своих репортажах вы отражаете повседневные события, которые по каплям складываются в историю города, республики, страны. Будучи журналистами, вы ежедневно несете огромную ответственность за каждое растиражированное слово. Постоянно и с честью проходите испытания на профессиональное мастерство. Целых 3 года вы освещаете значимые повседневные события Чувашии, помогаете ощущать пульс времени, быть в гуще жизни. А в современном мире очень важно отслеживать интересные события и грамотно, достоверно доносить их до жителей республики. От всего Чувашского отделения Сбербанка России желаем всем сотрудникам и зрителям национального телевидения Чувашии крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов во всем. Пусть удача сопутствует вам во всех начинаниях.